Всем-всем привет! Мы продолжаем. Играть в эволюцию никогда не заканчивается. Устраиваемся все поудобнее. Приятного просмотра, аппетита и спокойной ночи. Не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям. Хотите поддержать канал или подружиться в соцсетях? Ссылочки будут в описании под видео. Ну, во-первых, мы сейчас откроем миссию, которая у нас была доступна. И запустим темную материю. Что она нам сейчас дает тут? Скидка на Марс. В принципе, все, что необходимо, я подобрал, подулучшил для того, чтобы пройти задание. А вот теперь, что у Венеры? Большинство планет нашей Солнечной системы вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки. Но Венера вращается по часовой. Астрономы считают, что столкновение с другим небесным телом миллионы лет назад изменило направление ее вращения. Да, друзья, нам, во-первых, надо Весту купить. Цереру мы с вами уже купили, Весту. Хорошо. Все, мы пришли к тому, что у нас было до этого. Есть две медальки. Сейчас мы их почитаем. Ты гори, звезда моя. В древности люди считали Венеру звездой, а не планетой из-за ее яркости. Греки даже думали, что это две разные звезды. Фосфор – утренняя звезда, и Геспер – вечерняя звезда. Ни холодно, ни жарко. Земля расположена в так называемой зоне Златовласки, или обитаемой зоне, то есть на расстоянии от Солнца, где не слишком жарко и не слишком холодно. Этот тонкий баланс температур позволил Земле поддерживать жизнь многоклеточных организмов в течение миллионов лет. Вот так вот, друзья. А что у нас будет дальше? Давайте погромче мы сделаем. Юпитер. Да, Юпитер. Чего я тогда в прошлый серии про Сатурн сказал? Юпитер, покажите нам Юпитер. Юпитер — самая большая газовая планета Солнечной системы. Ну. А вот он, Юпитер, друзья. Да, посмотрю, конечно же. Вот он, наш Юпитер. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он состоит из водорода и гелия и не имеет твердой поверхности. Вот как постоянные штормы в атмосфере Юпитера создают цветные полосы завихрений. Ой, какая музычка. И вот он, Юпитер, да. Нам еще надо его спутники подкрывать. Фото Юпитера. Интересное задание. Отлично, миссия выполнена. На ранг выше Веста. Надо поближе. Серьезно? Серьезно? У нас нету денег на это? Офигеть! Вы представляете? Ну, хотя бы Юпитер есть. Друзья, тут еще кое-что интересное появилось. Галактический инкубатор. Гном, наверное, геном-звезда. Может быть так. Но здесь написано гном и звезда. Темная материя, карта, вероятность. Если бесплатно, то надо посмотреть. Давайте посмотрим. Рекламку я посмотрю и какие награды за это мы получим. Так, ну что же нам дали за это? Ух. Ну вот такие вот награды нам дали. Мы можем еще раз посмотреть. Нам нужно Весту улучшить. Ну прям тут много, прям много. Еще раз посмотрим. О, ух ты! Ух ты, это очень круто. Во-первых, что у нас здесь есть? Твердая поверхность. А мы ее читали? Все планеты земной группы имеют твердую поверхность и силикатную мантию поверх металлического ядра. Различные уровни сейсмической активности создают горы, каньоны, кратеры и вулканы. Во как! Миссия завершена. Еще раз по 15 посмотрим.
Веста пока недоступна. Ох, беда, беда, беда. Не знаю, сможем мы ее сегодня закончить на ранг выше Весты. Но главное, что у нас теперь Юпитер есть. А со нашими созвездиями, конечно, добиваем Скорпиона. Но тут еще много. 9 из 17. Вот как. В общем, пока ждем. Ну, давайте мы полазим по Мезозойской долине. А вот что-нибудь с динозавриками у нас тут будет интересное. Всю рекламу я уже смотрел. Так. Отлично. Здесь все хорошо. Анкилозавр. Отлично. Отлично просто. Как мы много всего подсобрали. Ну, вот крайнюю я не знаю особо. Есть ли смысл прямо с серации проходить? Наверное, придется. Ну, значит, в этой серии мы и здесь ничего сделать не можем. Вот это уже печальнее. Это уже печальнее. Ну, о, нет, не хватает. 3000 только. Ну, значит, пока мы с динозавриками ничего делать не будем. Ну да, в принципе, пока оставим так, как хотя вот Игуанодон. Чуть-чуть можно. Соточку на это потратить. В общем, все потратили. Здесь прям громко. И что у нас тут осталось? 990. А, не знаю, на что. Уже ни на что не тратится. Хорошо, экономим. И переходим к нашему основному моделеру. Там мы цены становимся на кошачьи подобных. Или как там, кошка подобных. Ой, в общем, да, сейчас мы узнаем. Кошка подобная, да. Собрать. Серьезно? Серьезно? У нас от плацентарных вот это пошло. Очень выше будет. Длинные пальцы. Крылья летучей мыши располагаются между очень длинных когтей пальцев. Это позволяет летучим мышам с высокой эффективностью взмахивать крыльями и управлять ими. Но летучую мышь мы не купим в любом случае. Это уж слишком круто. 38 ранг. Пока, да, пока нам до этого далеко. А что у нас по левой стороне? По левой стороне от кошкоподобных у нас идет узор на шкуре, грива. Ну, конечно, посмотрим. И кто же у нас открылся? Грива. Пышные гривы самцов у львов. Это один из самых ярких примеров полового диморфизма у больших кошек. Считается, что чем длиннее и роскошнее грива, тем более высокий уровень тестостерона, больше продолжительность жизни и преимущество сражений с другими львами. И следующий у нас идет лев. Ну, лев. Но на все это у нас прям так-то денежек не особо много. Значит, мы сейчас вкачаемся в кошкоподобных, коль в любом случае нам это нужно. И я вот здесь хочу посмотреть. По 10 купить. Не-не-не-не-не, подождите, мы сначала потратим все по стандарту. То, что на что именно нам еще нужно. Непрокачанное. А это у нас непрокачанное остается. Марсианский завод и марсианский город. О, что-то открылось. Я бы хотел умереть на Марсе, но только не от столкновения. Илон Маск. Ну, давайте мы тогда по 10 здесь потратим. И все. И все. Это все, на что вы способны. Все, на что вы способны. Да уж. А что у нас здесь? По 100.
Мы еще можем что-то по 100 купить? Нифига ж себе. Конечно, можем. Да и все. А по 10 сколько мы можем взять? Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, да, сегодня я прям рассчитывал на больше. Но, по крайней мере, Юпитер мы открыли. Ну, по 10 это глупо. Реально, оно больше, чем... Это больше, чем... Да, больше времени на все это тратить. Хорошо, тогда... Здесь мы тоже остановимся, будем ждать, пока у нас данные необходимые суммы соберутся. Но здесь правда большие цифры. Ну ничего. Еще, конечно, летучая мышь меня заинтересовала, нифига ж себе. Здесь какая-то взлетная полоса. Ладно, мы сейчас вернемся за пределами, с чего начали, тем будем заканчивать. Ну вот, мы чуть-чуть подкопили. Собрали. Сейчас Весту на ранг 8 поднимем. Отлично. Здесь нам каменная протопланета. Мы это с вами почитали. Где мы еще что можем улучшить? Наверное, больше нигде ничего. Ну, значит, слава богу, мы выполнили миссию. Погнали. Дальше. Открывайся. На ранг выше солнца аж до 7 уровня. Вы серьезно? Вы серьезно? До 7 так много? Еще чуть-чуть нам. Просто чуть-чуть. Просто совсем чуть-чуть. Мы сейчас это сделаем. Сейчас я потыкаю. Сколько тут нужно ему? По 2.24, да? Ну, в принципе, думаю, это вполне выполнимая задача для сегодняшней серии. Ну вот, собственно, как вам говорил, мы не смогли это сделать. Солнце мы прокачали до необходимого уровня, чтобы миссию пройти. Смотрим, что у нас теперь. Угу. Все замечательно. Ранг выше ЦРР. Опять ЦРР. Ну, 4. А нет, подождите, то была Веста, теперь ЦРР нужно. А вот это новенькая, кстати, карта. Читай. Ледяные вулканы. Ледяные вулканы, носики воды, аммиака и метан, место магмы и расплавленной породы. Они образуются на холодных лунах и на больших астероидах. Одним из них является Ахуна Монс, крупнейшая гора на Церере. Вот как. Вот она что. Так, мы сейчас одну звездочку сюда потратим и сразу перейдем к Церере. Что мы еще здесь можем улучшить? Пока что Юпитер ничего ему не можем. Лунного никаких нет. Можем ли мы здесь что-то прокачать? Темная материя сейчас закончится. Исследование. Окей. Нам чуть-чуть, в принципе, чуть-чуть не хватает. Думаю, мы сейчас это сможем исправить. Ой, друзья, пока мы там что-то собирали, мне получилось прокачать Юпитер. Большое красное пятно. Большое красное пятно – это непрекращающийся шторм высокого давления в турбулентной газовой атмосфере Юпитера. Он выглядит как большой красный или оранжевый круг на поверхности Юпитера. Шторм настолько велик, что в него может поместиться 3 планеты Земля. Вы представляете? И что я вам еще хочу сказать. То ли это глюк, я не знаю, то ли из-за того, что у нас сейчас идет исследование, но мы сейчас на это проверим. У меня почему-то вот здесь, вот видите, планеты не двигаются. Очень прям странно. Я не понимаю, из-за чего так. Почему так? Ладно, мы подождем, посмотрим. Кстати, вот у нас все. Исследование завершено.
но они не двигаются. Перезайдем, друзья. Ну что, друзья, я перезапустился, значит, на сегодня мы уже и так максимум, что могли, выжмали. Оставим это до следующей серии. Но вот тут, вот, кстати, кое-что есть интересное, что мы можем прокачать. Сейчас мы посмотрим, синий океан мы качнули, и на больше у нас не хватило. Миссия. Как раз, я думаю, миссия будет доступна через 3 часа. Но это, может быть, я даже без вас соберу с утреца. А что ж у нас с этим? Нет, почему-то не двигай. Не двигайся. Вот прям странно. Почему так? Почему? Не понимаю. Вот просто почему? Почему перестала вся эта конструкция двигаться? Забаговалась. По какой причине, непонятно. Церера, Юпитер. Может, я что-то не так здесь нажал? Не понимаю. Но очень странно. Кстати сказать, очень странно. Что мы здесь можем сделать? Вот астероидов давайте улучшим. Но ничего не двигается. Вот. Угу. Все находится на месте. Обидненько. Земля, все, Венера. Все. И все, получается все. Все, что мы могли сделать, мы сделали, но ничего не двигается. Почему? Не понимаю. А кстати, может быть, из-за того, что я пофоткал, после этого произошло. А как еще раз фоткать? Давайте еще раз фоткаю. Может, после этого начнется все? Нет? Нет. Нет, непонятно. Эх. Беда, печаль. Беда, печаль. Ой-ой-ой-ой-ой. Все не слава богу у нас. Все не слава богу. Единственное, что я хотел, можем ли здесь еще что-то поулучшить? Ничего не можем улучшить. Ладно, друзья. Итак, мы много сегодня сделали. Открыли Юпитер. Будем ждать, пока у меня все подфармится. И будем продолжать. На сегодня все. С вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.